представлены на выставке Комтранс «Голубой Ситилайн», оформленный в стиле «Газели НН» следующего поколения, это первый в России каркасный микроавтобус с низким полом в центре салона. Ради этого газовцы понизили среднюю часть рамы. Сидячих мест 17, причем 3 из них откидываются, чтобы на площадку вошло инвалидное кресло. Спроектирован и салон с 13 сидениями. Под капотом установлен дизельный двигатель Cummins, задний мост типа Spicer подвешен на пневмоэлементах, а все тормоза дисковые. Серийное производство Ситилайна развернут через 2 года. Еще одна премьера Комтранса – это серийный Садко Next. В новом поколении внедорожный грузовик получил интегральное рулевое управление и полностью пневматические тормоза. Четырехцилиндровый ярославский дизель форсирован. Передачи пятиступенчатой механики переключаются джойстиком, а за доплату предлагают и электропневматическое управление режимами трансмиссии. Продажи уже начались, а в следующем году семейство Садко пополнится длиннобазной версией и 7-местной двухрядной кабиной. Показал ГАЗ и прототип модернизированного рамного микроавтобуса «Соболь 4х4», который пока что выпускается в старом семействе «Бизнес». В версии Next изменилось оформление передней части. Все стекла вклеены, а задние фонари — светодиодные. В раздаточной коробке применены алюминиевый картер и планетарный редуктор, а передаточное отношение понижающей передачи увеличено наполовину. Шлицевые соединения в переднем мосту уступили место шрусам, а механическую коробку передач взяли от «Газели Next», поэтому рычаг переехал с пола на прилив передней панели.